Страж. Проснись, Страж. Сработало, я тебя оживил. Не представляешь, сколько я тебя искал. Я призрак. Ну, то есть теперь твой призрак, а ты... Ты долгое время был мертв, так что очень многое тебе будет непонятно. Это территория падших. Тут небезопасно. Нужно доставить тебя в город. Замри. Не бойся, я все еще здесь. Нам нужно двигаться. Скорее. Это старый космодром. Космический порт русских. Он на карантине и довольно опасен. Но пройти дальше мы сможем только через эту стену. Я должен вернуть тебя в город. Для этого нам нужен корабль. Но сначала нужно найти тебе оружие. Пошли. Осторожнее, они вокруг нас. Мы рискуем, но давай раздобудем больше света. Древняя военная система? Есть. Изношенные провода и ржавчина? Есть. Стоит тронуть этот переключатель, то жди беды. Не нравится мне это, ой, не нравится. Они явно не рады нас видеть. Вон винтовка, хватай ее. Я вернул тебя в мир живых не просто так. Ты же Титан, а значит, ты боец. Будь готов, ведь мы глубоко в тылу врага. Не отвлекайся. Если датчик мигнет, опасность рядом. Сборщики боеприпасов. Пираты с другой планеты, копающиеся в останках человечества. К слову о пиратах. Вон тайник с добычей. Давай посмотрим, что внутри.
еще падшие. Пусть им мало не покажется. Твой свет силен, Страж. Продолжай движение. Я попытаюсь найти корабль, на котором можно улететь домой. Внимание! Отряд рейдеров падших. Все немного хуже, чем я думал. Они хотят двух. Тогда их двое.